сегодня я не иду на хоккей. Вместо того, чтобы сегодня пойти на хоккей, пожертвую эти деньги, которые я хотел бы потратить на хоккей. Как вы видите, то думаю, что этого будет достаточно, но лишний раз кормить деньгами Савицкий Сайко после таких решений дней не хочет. Так вот, что я хотел сказать. В этой ситуации, когда запрещают под мистическим левой просто отмазкой, запрещают Юрчику бегать в своем сценическом образе, это просто привлек не то, что болельщику рядовому или кому, это привлек вообще всей культуре. Это сейчас ставление, показательное ставление всех фанатов просто на колени. Мы прослали много хороших людей, которые приходили к фанку, отдавали душу, отдавали сердце, время, естественно, эмоции. И мы не имеем права проебать Юрчика. Я считаю, это однозначное решение. Сегодня я не иду на хоккей, дальше мы посмотрим. Сейчас у меня желание не то чтобы посещать, смотреть на хоккей. Его нет. Задумайтесь, те, которые сегодня, если у вас есть хотя бы чуток совести, и вы отдаете себе отчет о том, что происходит, если вы при этом идете на сектор, поддерживаете команду как обычно, то ну, не забудьте потом умыть лицо, потому что вам только что в него наплевали. Я посмотрю, кто будет на секторе, не знаю, не то чтобы я представляю из-за себя какой-то там мега интерес или что, но я всего лишь болельщик, который любит хоккей, который знает, как болеть, который знает, что такое любить иметь команду. Я вам руки не подам, если вы будете на секторе просто сегодня делать то, что от вас ждут. Всем удачи, Сараур.